Так, обзор и первое подключение тонометра от MicroLife BP-A6BT. Старая версия с окончанием PC могла подключаться только к компьютеру. Это же может подключаться и к телефону на базе Android или iOS. Собственно, вот такой вот он. Уже снял пленочку, вставил батарейки родные. Родной зарядник имеет провод где-то 1,5 метра, он не очень длинный. Не очень короткий, но и не очень длинный, поэтому решил использовать батарейки. Стандартная подставка имеет прорезиненные вот такие вот ножки. Не скользит на столе абсолютно. А непосредственно тонометр имеет на спинке такие же резиновые полоски. То есть он вот так вот ставится, и ни тонометр, ни подставка, ничего не скользит. Так, подключим саму вот эту вот штуку, кабель в сторонку. Инструкция есть от магазина, но полноценной нет, потому что пока официально в Украине он не продается. Вот. Официально продается только старая версия, которая подключается только к компьютеру. Вот такая вот инструкция на русском. Ее можно скачать, нормальную инструкцию в PDF и распечатать. Хорошую можно скачать на официальном сайте MicroLife. С окончанием com, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в общем, на английском сайте. Там эта версия уже есть. За границей она уже подается во всем. Так, попробуем одеть, что ли, наверное. Так, полоска там должна быть. Вот эта вот желтая. На расстоянии двух пальцев. Вот. Вот этой части. Сразу закроем. Так, ну вроде бы вот так вот. Давайте попробуем что-нибудь показывать. Старт нажали. Надувает. Будет ли высвечивать ошибки, потому что фактически я не сижу, и рука у меня неровно находится. Плавно надувает. Так, и что? Уже устал стоять, честно говоря. Что-то ничего не показывает. Все, отпустил только что клапан. Вот такое вот показало давление. Не знаю, ошибку никакую не выбило, но отметила красненьким. Вот здесь вот есть шкала. Три зеленых, одна желтая, одна оранжевая и одна красная. Ее не очень хорошо видно, подсветки нет в тонометре. Но в принципе видно, где заканчивается. Не знаю, есть еще функция АФИП, чтобы он три раза померил. Не буду сейчас этого делать. Попробуем подключить его к телефону. Я уже скачал приложение заранее на смартфон. Вот так вот он называется. MicroLife Connect.
connected. Создаем какой-то аккаунт там, не знаю, name. ID. Гендер. Что тут еще есть? День рождения просит. Какой-нибудь там выставим. А, наоборот, надо. Вроде все. Галочку сверху. Такс. Как теперь его подключить-то? User profile, data, download. Включаем Bluetooth на телефоне. И здесь, если не ошибаюсь, в тонометре нужно нажать также соединение Bluetooth. Вот только что я плюс нажал, и вверху стало высвечиваться вот BT. И на телефоне одновременно нажимаем скан. Вот он нашел тонометр. Подключаем. Нажимаем «Да». Вот последний замер получается, который только что был. Кстати, синхронизировало время. По-моему, я время не вставлял. Вот с телефона подгрузило время. 8.35, 8.35. Вот так вот. На тонометре есть возможность настроить также часы. Месяц, день. Минус. Не знаю, что такое М. Это сохраненные, скорее всего, данные. Вот они, кстати, последние. 107 на 94 на 102. И попробуем их отправить с телефона куда-нибудь. Что он вообще может? Или сохранить. Ну, сохранить, наверное, он не сохраняет, да? Ага, отображает время. Можно выбрать в приложении время суток, то есть день, ночь. И вот вечер, допустим, сейчас ее, ну, определяет как вечер. Вот вечернее показание. Зайдя в приложение показания, можно добавить еще какой-то комментарий. Например, отлично. Нажимаем сохранить, и вот сохраняется. А, нажимаем да. Нажимаем «Отправить», и можно выбрать адресата, куда отправляется. На почту, например, врачу. Все, на этом, я думаю, хватит. В принципе, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А так, ну, пока покупкой доволен. Пока покупкой доволен. Всем спасибо, всем пока.